Необычная акция протеста прошла в аргентинской столице Буэнос-Айрес. И порядка 2000 фермеров собрались на центральной площади города и раздали всем желающим 20 тонн овощей. Таким образом, они хотели привлечь внимание властей к вопросам улучшения условий труда и доступности земли для крестьян. По словам фермеров, с каждым годом им приходится все сложнее. Высокая арендная плата за землю, а также постоянно растущие цены на семена и топливо практически лишают их дохода. Мы пришли сюда с миром, а не для того, чтобы драться или проявлять насилие. Мы очень хотим, чтобы власти создали фонд, который бы выдавал кредиты фермерам на покупку земли. Это значительно бы упростило нам жизнь.